свободно, вот именно пахать. А сейчас перешел спортсмен, посмотрим, пытаемся сделать. Вот. Просто такое время, знаете, был в свое время. Идешь и работали с ним. В одно время попали, начали соревноваться. Первый, сейчас есть да? Есть на этот чем. Ну, они действительно уникальны. Они действительно толкнули фигурное катание просто очень далеко вперед. Вот. Есть мальчишки, у нас есть юниоры неплохие, растут. Поработают на лучшее время, на лучшее время. Но Самарин хороший парень, стабильность и прочее. Да, Миша, мой коллега, сейчас он уже показал. У нас время пройдет очередные, все установят все. Да, вот. И Макар Игнатов, великолепный мой, а Маша Кудинская, первая чемпионка мира. А вот, ну, сейчас девчонки. Я думаю, что и пацанов тоже увидим себя. Сейчас все время ковида, сейчас прошли там были как в Москве, там было красиво с Сызрами. Это действительно, это много времени, у кого-то есть дача, понятно, но побег. На нем сидел в квартире, скакал. Но, конечно, для профессионального спорта, это же у нас не физкультура, но для профессионального спорта это потеря большого времени, действительно большого времени. Давай не пойдем делать, не будет международный, наконец-то закрыть, мы не отказались от хорошей ставки. Но нам нельзя сидеть на месте.